работал на военном заводе. Поэтому нам вручали за победу над Германией, ну, за доблестный труд. Годы войны, когда уже сказали, что танки уже нам больше армии не нужны, в 45-м году мы прекратили производство. Уже насытили полностью, значит, наш фронт вооружением. Был капитаном футбольной команды, ну, я до армии занимался. В ремесле играл в футбол, потом в техникуме учился, там играл. А потом демобилизовался, поступил здесь на приборостроительный завод. И у нас была, мы чемпионы города все время были, команда сильная была, ребят, подобраны. Так что связано футболом до тех пор, пока минист не перебили. На этом карьера закончилась футбольная. Я ни одного матча в «Армавире», который проходил, я не пропускал. И сейчас вот в воскресенье под дождем это мог. Прошедшее то же самое дождь, всю игру был. Желаю, конечно, своему родному клубу выйти в высшую лигу, и мы с большим удовольствием будем болеть.